Отмечая работу Владимира Еваланова на посту мэра, Кондратьев подчеркнул, что многое было сделано, но еще больше проблем предстоит решить. И опыт Владимира Еваланова мог бы пригодиться для продвижения интересов краевого центра на более высоком уровне. Сегодня городу нужна перезагрузка, мощное движение вперед. И городу нужен ваш опыт. Очень сильный, мощный опыт, который приобретен именно десятилетиями. Усилиться мы должны и на федеральном уровне усилиться. Везде мы вместе должны сплотиться. О чем я говорю, Владимир Владимирович? При всем вот уважении и ситуации вы сегодня очень мощно и многое сделали для города. Предлагаю вам все-таки баллотироваться в Государственную Думу по Краснодарскому одномандатному избирательному округу и сделать Краснодар еще краше, еще удобнее и комфортнее для проживания. Я вас благодарю и за добрые слова, и за критику, которая была сказана. Я объективно понимаю то, что сегодня и необходима перезагрузка, и необходим, может быть, и новый подход к решению многих вопросов. Сегодня они стоят остро, поэтому, в принципе, в любом случае, я буду, где бы ни был, продолжать заниматься теми вопросами, которые я знаю, где я могу помочь решить городу вот эти проблемы. Для Владимира Еваланова сегодняшний отчет был шестым. Открытая сессия перед общественностью города – это фактически отчет команды мэра и депутатского корпуса о работе. Глава города рассказал об итогах социально-экономического развития краевой столицы. Отметил то, что было сделано, и то, над чем еще предстоит работать. Депутаты оценили работу мэра и его команды удовлетворительно.